Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как пофиксить ошибку, связанную с крашем Roblox. Честно скажу, то, что у меня этой ошибки ни разу не было, но у многих моих знакомых и те, кто смотрит меня, мне писали про эту ошибку. То, что когда вы заходите в Roblox, появляется табличка и написано то, что Roblox Crash, то есть крашнулся Roblox. Есть два способа, как это пофиксить. Не знаю, может быть, кому-то поможет, кому-то нет. Честно, не знаю, как это работает. Но вроде как, несколько друзей у меня, знакомых, проверяли, им помогло. Значит, смотрите, первый способ. Мы вот сюда нажимаем вот на эту лупу, если она у вас есть. И в поиске пишем вот так вот. Так, английский сейчас включу. Temp. И заходим в эту папку. А если вдруг у вас этой лупы нету, то можно попробовать по-другому зайти. Значит, нужно нажать на кнопочку Windows и R английскую. Открывается вот такая панелька. И здесь пишем то же самое. Так, нажимаем ОК. И, как видите, та же самая папка тоже открывается. Они же одинаковые. Вроде бы как да, вроде одинаковые, хотя пути у них немножко разные. Так, сейчас, секунду. 24.05, ну-ка, а здесь? Да, тоже. Короче, одинаковые получаются папки, просто по-другому немножко открываются. Так, ладно, давайте эту закроем. Что нужно дальше делать? Мы нажимаем на эту папку и полностью ее удаляем. Дальше, после того, как вы ее удалили, заходим в браузер, потом заходим в настройки. Сейчас я показываю, как это делать на сайте, ну, то есть от браузера Google Chrome. Не знаю, как на других это делается, потому что у всех сайты разные, там у всех по-разному нужно заходить, но показываю, короче, именно на браузере Chrome, как это делается. Заходим потом к официальности и безопасность. Дальше файлы куки, потом переходим в посмотреть все разрешения и данные сайтов, в поиске пишем Roblox, и вот самое первое, мы полностью удаляем вот эти файлы куки. Скорее всего, у вас также вылезет с аккаунта, так что не переживайте, ничего страшного, просто заново нужно будет зайти в аккаунт, если у вас вылетит. Так, и после этого все, что нам остается сделать, это нажать правой кнопкой мыши один раз на иконку Роблокса, нажать свойства, потом зайти в совместимость и включить две функции. Это отключить оптимизацию во весь экран и запускать эту программу от имени администратора. Нажимаем применить и окей. И все, и по идее у вас должен заработать Roblox. Также второй способ, он такой самый простенький, самый банальный. Значит, нужно вам будет скачать вот это приложение, ссылку я на него оставлю в описании. С помощью этого приложения можно полностью удалить Roblox с компьютера. То есть, смотрите, он у вас удаляется. Также, кто не знал, при удалении какого-то приложения, либо файла, он может за собой оставить там, типа, следы какие-то. То есть не полностью удалиться. Эта программа эти же следы находит, если вдруг они не удалились, и предлагает вам удалить следы. Вы их удаляете, и все, и Roblox у вас полностью исчезает. И вам нужно будет заново его, естественно, скачать с браузера. Это вот второй способ. В принципе, по желанию можете еще попробовать отключить антивирус, но не знаю, связан ли антивирус с этой проблемой с крашем или нет. Вот этого я точно не знаю. В принципе, на этом у меня все. Буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.